Вначале я приготовлю щелочной раствор гидроксида меди 2. Для этого в пробирку наливаю раствор гидроксида натрия, и затем к нему долью небольшое количество раствора сульфата меди. На контакте этих растворов образуется свежеприготовленный гидроксид меди 2, осадок ярко-голубого цвета. Теперь к нему мы добавляем формалин. Реакция формалина с гидроксидом меди при обычных условиях не идет. Для нее необходимо нагревание. Я закрепляю пробирку в держалке и нагреваю реакционную смесь. Греть надо аккуратно. При резком нагревании может произойти разложение гидроксида меди с образованием черного порошка оксида меди. А вот сейчас хорошо виден признак реакции. Образовался оксид меди 1 красного цвета. Альдегид – это восстановитель.